Короче, понятно, вон там мультиплеер. Туда я больше не пойду, там какая-то фигня творится. Пойдем лучше еще раз с вихрем поиграемся. Ну чё, ребята, вы готовы? Готовы к разрушению? Сперва я сделаю вот так. Хо! Первый камень положен. Положен к разрушению, я имею в виду. И пойдем-ка, наверное, знаешь, куда? Залезем наверх, на башню. Прямо вон туда. Так. И вон там вот строечка есть интересная. Так, самолетик мимо пролетел, не успел ухватить его. Так. Мне кажется, что вот тут будет интересненько. Запускаем вихрь. О, да. Кайфец. О, е-е-е. Обожаю вихрь. Все, закончился. По-моему, это самое лучшее средство разрушения городов. Хотел поймать, но не получилось. Фиг с ним. Вон кораблики есть, пойдем с корабликами поиграем. А то им скучно там. Давай, 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 хватай кораблик. Не успели. Вихрь слишком медленный. Ну вот. Ладно. Тогда пойдем, знаешь, куда? А что, все, что ли? Мы миссию выполнили? Ну ладно, валим отсюда. Тогда уходим. Хочу вот этот молот. Прям капец как хочу. О, да, нам открылся молот Тора. Пойдем попробуем размочить молотом Тора. Посмотрим, на что он способен. Так, молот Тора, он у меня в руке. И че? О, круто. Обалдеть, вот это мощь. А ну-ка, два дома сразу. Бах! Чума. Так, подожди, а давай попробуем его пульнуть. Вон в те два дома. Ништяк, а если я руку уведу? Блин, где он? Да блин, не так. Надо замахнуться и вот так вот пускать. Еее! Смотри, как он, как Мёльнир прям крутится. А вот так вот. Ништяк. Руку вниз. Круто. Так, куда-то я его не туда запустил. А, вон в кораблик давай. Пух. Не получилось. Да что ты будешь делать-то? Противная лодка. Наконец-то. В самолет! Ой, промазил. Ну ладно. Пойдем, знаешь, куда? Вот сюда зайдем. И вот так вот кинем прям вниз. Блин, ну Мёльнир это просто чума. Опять куда-то не туда кинул. Бах! А если вот так? И вон туда бежим. Да! Классно! Вот, вот это интересная штука. То есть мы его кидаем вон туда. Нет, не туда. Вон туда. Куда его кинул? Блин. Вон туда, короче. О, молнию пустил. И бежим вон туда. Блин, как я молнию пустил? Смотри-ка! И... О, еще разок. Офигеть! Пойдем в башню. Бомбанем. Да. Еще молния. Молния. Бах. Еще. Бах. Ништяк. Вот это ощущение супергероя, оно присутствует. Да. Что-то я куда-то не туда кинул. Короче, вот что бывает, когда Мёльнир оказывается в чужих руках. Молния! Жалко, ток нельзя направить, например, в башню. Вот так вот. Хопа, и током пронзает этот кран. Ладно, короче, хватит играть с Мёльниром. Я думаю, что надо идти в другой город. Мы познали и постигли всю мощь Мёльнира. Так, что у нас? А это что такое? Какая-то новая штука открылась. А, подожди, это робот, который против нас сейчас будет биться. Ну-ка, пойдем-ка, надаем ему лещей. Вон он, смотри. А ну иди ко мне. Эй, ты. Что ты? Он дом обратно поставил. Смотри-ка, это строитель. Он, короче, возвращает все объекты обратно. Засранец какой. А можно я ему накостыляю? Как-то взобраться наверх вон туда надо. Ты где? Иди сюда. Иди сюда. Он отбирает у меня, прикинь. Вот скотина. На тебе. Куда-то улетел. А, ему там даже памятник, смотри, не памятник, а этот... Монумент поставили. Типа герой города. Засранец. Ладно, сейчас разберемся с ним. А куда он делся, кстати? Вон он летит. Опа! Не успел, не успел. Давай, давай, давай. А, успел. Ладно. Скотина. Так, ладненько. Давай возьмем вот эту вышку. Бах! Получил толстый.
Не успел, не успел. То есть в него стрелять, в принципе, бессмысленно. Тогда я сделаю так. Оба! 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 Ну что ты на это скажешь, а? Ой. Что-то случайненько вышло. Пукнул, наверное. Смотри, я ломаю твою вышку. Точнее, башню. Прям под корень. Бах! И ничего ты мне не сделаешь. Та-та-та. Устраиваем хаос, хаос, хаос. Нифига ты не успеешь. Блин, вот вышку он спас. Засранец. Да, блин, поближе надо подойти и просто сделать вот так вот. Тук-тук. Пошел вон. Че, в принципе, он не смог спасти город. Лошара, лошара. Можно сваливать отсюда. Ай, ништяк. Все, пошли. Покеда, друг. О, меч открылся. Какой-то меч странный, но это не... Я не знаю даже, что это такое. Пойдем посмотрим. Так, так, так. Офигеть, черная дыра. Я не верю своим глазам. Это же черная дыра. А где меч? Где меч? Меча у меня нету. Ты видал? У-ху-ху. И что я могу этим делать? Просто махать? Так, а ну иди сюда. Угу, понятно. А, ну просто рубить. А вторая рука нифига, да? Я понял. А, ну видишь, они отличаются. Все ясно, пойдем крушить. Пах! Пах, пах! Блин, офигеть. У меня такого ощущения величества с детства не было. Когда я свои игрушки рушил и ломал. Трищ. Бах. О, это обычный меч. Просто ходишь как веник. И подметаешь улицы. Ну, ты понял, о чем, да? Типа подметаешь. На самом деле, ну на самом деле так и есть. Я чищу улицы, потому что тут тесновато, блин. Что этот кран здесь делает? Оно ушло. Вон, чувачок бегает, надо ему помочь. Оно стоит. Нет, не получилось чувачку помочь, к сожалению. А вот машинкам есть возможность помочь. Поехали, поехали. Что это вы тут в пробочке стоите? Все. Блин, ну вот черная дыра мне понравилась. Я думал, я что-то с ней буду делать, но нифига. Видимо, нифига. Видимо, нифига. Ладно, помчали отсюда. С Мёльниром было самое крутое. Самые интересные городки мы с тобой открыли. Остался вот этот городок с каким-то огромным роботом-спасителем. И вон там вон что-то, смотри. Что-то... Что это такое? Яйцо какое-то. Ладно, пойдем с роботом-спасителем посмотрим. Это робот Wi-Fi. Ну да, робот Wi-Fi. Так, ничего, никаких примочек у меня нету. Просто разносим весь район нафиг. Ой. В киношку мне не дали сходить. Та-ра-та-та, гуляем по улице чуть дальше. Та-ра-та. Где этот спаситель-то? Он что-то нифига не делает. Дружок, ты там что, в отпуске, что ли? Подожди, чувачок, ты будешь со мной, мой талисманчик. Спаси его, спаси! Он просит о помощи. Не, нифига, он не хочет его спасать. Ладно, пускай отдыхает. Он, кстати, живенький, смотри, куда это ты побежал? Ну, в стеночку его кинем. Несчастный робот. Бах, бах! Ну чё, мы, в принципе, во всех городках побывали. Везде побывали. Остается только последний, вон тот вот. Это не совсем город, тут какое-то яйцо, и они охраняют это яйцо. Пойдем глянем. Чё это фигня? Интересненько. Старт матч. Телепортейшн, селекшн. А, это, наверное, менюха? Это просто менюха? Ладно, а если старт матч нажать... Что? 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 Вон Мёльнир, я вижу. Блин, ну почему я опять где-то под землей? Мёльнир! Мёльнир, я хочу взять тебя! Есть! А, я защищаю яйцо от роботов? Все понятно. Но только вот плохо, что я под землей где-то. Мне бы вверх подняться. А ну пошел вон! А машину, интересно, собью? Нет, машину не собью. Ты посмотри, они сколько там идут их. Короче, глючная игруха, но прикольная.
Пошел вон. Молния! А чё, тут нет молний? Можно мне в другую руку Мёльнир-то взять? Нельзя, походу. Блин, придется так стрелять. Пух! Надо немножечко переместиться. Куда это ты прёшь? Стоять! Нельзя сюда. А тех даже ударить нельзя почему-то. Короче, если тебе понравился VR, и ты хочешь увидеть больше VR, то с тебя лайки. Как можно больше лайков. Больше, много лайков, тогда будет чаще VR. Молния, дай мне сил. Нифига она мне не даст. А. В общем, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно комментируем этот видос. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом VR.